Пиздец. А сейчас вы охуеете нахуй. Сейчас вы охуеете. Это факт. Сейчас вы реально охуеете. О, у меня есть, друзья, будет подгон для Ильи. Ваш момент, друзья, ваш момент, пару слов. Меня зовут Федя, здравствуйте. Федя, мы хотим от нашего города Санкт-Петербурга сделать прекрасному Илье Мазелову подарок. Но пока я был в Петербурге, я придумал целых два подарка. Но на один ты должен дать мне разрешение. Помнишь, Оззи Осборн однажды откусил голову летучей мыши? Можно я откушу голову Хесусу? Нам с тобой некуда бежать.
переезжать. Я взял курой, забудь нажать. Санкт-Петербург великолепен, великолепен, как всегда. Пергенезе, спасибо за концерт. Друзья, друзья, дадите мне пару слов. Во-первых, Илюха, родной, я хочу тебя поздравить, это твои первые концерты. Первая столица. Это здорово собрать такое количество, огромное количество людей, 15 людей. Не побоюсь этого слова, не побоюсь этого выражения, как я всегда говорю, лучший в городе на Земле. Санкт-Петербург. Да, готовился. Переезжать к нам, лучший город на Земле. Согласен. Хочу поздравить. У тебя прекрасные песни, я желаю тебе творческих успехов, всего самого лучшего. Я верю, в тебя, ты замечательный зритель, я послушаю, мне очень понравилось. И самое главное, друзья, на Лера сделали сейчас футболка. Кто это, друзья, пропускать кто это? Друзья, это котенок Ра. Друзья, покупайте мерч с котенком Ра, обязательно, его очень мало котенку Ра мы купим после этого. Что-нибудь купим для котенка Ра. Друзья, всем пока, Петербург, спасибо большое! Спасибо большое.